Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. Прошло 10 дней с момента последней подкормки кабачков, и они начали давать первые плоды. Как я уже говорила раньше, их нужно срезать в маленьком виде, чтобы простимулировать дальнейшее обильное плодоношение. Кабачки – это очень неприхотливый овощ. И, как всегда, мы долго ждем первого урожая, а потом не знаем, куда его девать. Итак, мой первый урожай кабачков. И чтобы продолжить получать обильный урожай, хочу произвести внекорневую подкормку удобрением Макбор, которое я очень люблю и которое действительно работает. На 10 литров воды развожу 1 столовую ложку порошка удобрения и опрыскиваю по листьям. Содержащийся в удобрении бор простимулирует обильное цветение, а в дальнейшем обильный урожай. Желаю всем удачи, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!